В Славянском районе прошел конкурс «Юнг. Алые паруса», посвященный памяти Александра Кравчины. В соревнованиях приняли участие учащиеся начальных классов школ города и района, всего 13 команд. Юным любителям морской стихии предстояло продемонстрировать свои силы и умения в 7 непростых конкурсах. Вязание морских узлов, знание морской терминологии, перетягивание каната, а также определить лучшего капитана, штурмана, сигнальщика. Самым ярким у многих команд получился первый конкурс – визитная карточка команды. Ребята рассказывали стихи, танцевали и исполняли песни. По итогам всех конкурсных заданий наибольшее количество баллов набрали сразу две команды – «Чайка» из школы номер 5 и сборная школы номер 43 «Бригантина». Они и были признаны победителями. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».